Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Сьогодні в нас тема така дуже хвилююча, дійсно, тому що кожна мама турбується про здоров'я свого малюка, особливо новонародженого, особливо якщо мама має первенця, то вона переживає, як зробити так, щоб він мав міцний імунітет, не хворів. І сьогодні ми підіймемо в нашій програмі дуже важливу тему з нашим консультантом з грудного вигодовування Інною Москалець. Доброго дня вам. Добрий день. Отже, з того, що я сказала, вже зрозуміло, що мова піде про грудне вигодовування, про його користь і перевагу, яку зараз надають наші лікарі грудному самовигодовуванню. І чому так гостро постало питання, і коли про це вперше заговорили, що дійсно мама повинна годувати дитину природним, так би мовити, їжею для неї? Ну, грудное вскармливание вообще традиционно, испокон веков, но этот вопрос возник уже после 90-х годов, и в 1990 году была принята Иннокентийская декларация, которая провозгласила защиту, пропаганду и поддержку грудного вскармливания. Она рассмотрела, что грудное вскармливание является идеальным питанием для новорожденного ребенка и защищает здоровье ребенка и нормальное его развитие. На будущее. Чому саме грудне вигодовування є ідеальним? Почему? Потому что грудное вскармливание дает ряд преимуществ по сравнению с искусственным вскармливанием для здоровья ребенка и для здоровья матери и, соответственно, нашего общества. Какие преимущества грудного вскармливания для ребенка? Ну, во-первых, это идеальное питание. Оно обеспечивает ребенка всеми необходимыми питательными компонентами и всегда является теплым, стерильным, доступным, если мы говорим о здоровом ребенке. Это первый момент. Второй момент, что важно. Это профилактика инфекционных заболеваний для ребенка в период новорожденности и в дальнейшем. Это профилактика кишечных заболеваний. Грудное молоко содержит большое количество противоинфекционных факторов. В дальнейшем это профилактика аллергических заболеваний, профилактика сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта. И не менее важный момент – это психоэмоциональная связь матери и ребенка. Момент годования. Да, в кормлении матери, потому что в тот момент, когда ребенок кормится, он себя чувствует не только сытым, а и защищенным. И это имеет особое значение тогда, когда женщина уже кормит ребенка после года, тогда, когда грудное молоко уже не столь важно, как питание, а именно как общение с матерью. Эмоциональный связок. Да, это то, что касается ребенка. То, что касается для сохранения здоровья матери, это профилактика послеродовых кровотечений, потому что у нас сейчас такая тенденция определяется, что ребенок прикладывается к матери к груди, и в первые 30 минут он осуществляет первое прикладывание к груди. И за счет гормональных перестроек происходит сокращение матки и профилактика послеродовых кровотечений. Грудное вскармливание – это профилактика онкопатологии молочной железы и половой сферы. И не менее важным является то, что та женщина, которая в первые 6 месяцев кормит ребенка исключительно грудью, сохраняет ночные кормления, и у нее не восстановились месячные, это профилактика нежелаемой беременности. Так называемая профилактика, это называется послеродовая профилактика нежелаемой беременности. И то, что касается семьи, это, конечно, экономический момент, потому что смеси сейчас стоят достаточно дорого, и поэтому та женщина, которая кормит ребенка грудью, она, естественно, экономит свой семейный бюджет. А взагалі, от ви говорили про те, що це корисні речовини для дитини, але тут вже напряму залежить харчування матері і те, чим буде харчуватися її дитина. На які моменти ви звертаєте увагу, як правильно харчуватися матері для того, щоб її молоко було корисним і якнайдовше насичувало дитину? При банальном питании матери ребенок забирает от матери все необходимые питательные компоненты. И поэтому, если возникает какой-то дефицит, то этот дефицит возникает в основном не у ребенка, а у матери. И поэтому ее питание должно обеспечить саму женщину всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, и питательными компонентами. А если мы уже говорим о каком-то разнообразии или использовании каких-то там дополнительных фруктов, еще каких-то компонентов,
пациентов, то, конечно, они с током молока поступают к ребенку, и поэтому молоко бывает иногда более вкусным или более соленым, более там, ну, имеет разные вкусы. Вот. И, естественно, те женщины, которые кормят ребенка грудью, они должны по возможности воздерживаться от употребления чая, от употребления кофе. Рекомендуется, если даже уже такая ситуация, что женщина не может себя ограничить, то не больше 2 чашек в день. И, естественно, должно быть ограничение в алкоголе и, ну, в таких вот спиртных напитках, которые пиво и тому подобное. Які вами фахівцями, як рекомендується, до якого часу годувати дитину грудьми? На сегодняшний день в Украине пропагандируется исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, то есть ничего, кроме грудного молока. Даже несмотря на вот такое жаркое время, рекомендуется кормить ребенка грудью по требованию, потому что молоко обеспечивает ребенка и едой, и питьем. А с 6 месяцев рекомендуется введение соответствующего прикорма, потому что уже после 6 месяцев молоко не может обеспечивать ребенка всеми питательными компонентами. И рекомендуется длительное грудное вскармливание до 1-2 лет и более. И понад 2 років? Да, как раз рекомендуется даже и более 2 лет. И, а что это дает дитині? Что это дает? Это в основном дает психоэмоциональную связь между матерью и ребенком. Почему? Потому что проводились такие международные исследования, и есть информация о том, что максимальная длительность кормления грудью составляет даже 7 лет. Вот. А в среднем... Ну, до школы с грудным молодовым. Мировой опыт где-то 4,5 года – это средний возраст грудного вскармливания. Кто-то заканчивает кормить в 6 месяцев, кто-то заканчивает в год кормить, а некоторые уже, если входят во вкус, то здесь даже может быть больше мотивация такая. Некоторые дети, например, на ночь, если даже ребенок посещает детский сад, и он приходит вечером, и рядом с мамой ложится и засыпает, и там немножко прикладывается к груди, то это... В этом криминала никакого нет, потому что один ребенок сосет палец, другой сосет, допустим, там уголок пододеяльника, а третий ребенок сосет, допустим, бутылочку с молоком, а четвертый ребенок приложился к маме, к маминой груди, обнял ее, заснул, и в этом ничего плохого нет. Ні, ну якось тут також так можна смутитися, але як не довше, ну в середньому, от, наприклад, согласно до 2 років, так да, півтора-два роки. Согласно нашим регламентуючим приказам, у нас є нормативні документи, підтримка грудного вскармлювання до 1-2 років. А якщо як продовжити не тільки якість молока, так, а й кількість? От наші бабусі дуже нам радили зсцежування, так? Якщо дитина вже поїла, наїлася, і треба цедитися, тому що молоко пропаде, треба його якнайбільше. Чи правильно це? І як правильно все ж таки продовжити цей термін? По современным практикам грудного вскармливания, конечно, то, что рекомендовали бабушки, ушло немножко в область предания, потому что у нас рекомендуется на сегодняшний день свободный режим грудного вскармливания, кормление ночью, не соблюдается 6-часовой перерыв, который рекомендовали, например, в 60-е и 70-е годы. Ребенок, если находится на свободном режиме грудного вскармливания, он может приложиться на 3-5 минут и получить так называемое переднее молоко. Этим молоком он напивается, потому что это молоко отличается по составу от молока, если ребенок сосет в течение 10-15-20 минут. Значит, если он сосет долго, то начинают функционировать другие железы, которые выделяют более жирное молоко. Поэтому если, например, женщина приложит ребенка на 3-5 минут и сцедится, то чем она его будет кормить через, допустим, там, через час или через два? Она опять-таки может его приложить к этой груди, он пососет, и он уже не просто попьет, а поест. Опять-таки, были проведены исследования, и было доказано, что если ребенок сосет грудь, а потом после этого дают ему соску, то возникает так называемая ситуация путаница сосков, потому что во время сосания груди ребенок, одни мышцы задействованы, это язык и небо, а если ребенок сосет соску, то он сосет, засасывает мышцами щек. И поэтому, если ребенок после кормления, мама сцедила молоко и, допустим, докормила его из соски, то при следующем прикладывании
могут возникать проблемы, ребенок начинает беспокоиться, ребенок не может прихватиться, приложиться к груди, и, соответственно, и потом вот это вот дополнительное сцеживание молока, оно приводит к травматизации молочной железы и вызывает различные осложнения. Поэтому после того, как последние практики показывают, женщины меньше стали сцеживаться, то воспалительные процессы со стороны молочной железы стали наблюдаться все реже и реже. Що робити жінці, якщо вона відчуває і бачить, що дитина не наїдається тим молоком, що в неї є, наприклад, дитині там 3-4-5 місяців? Адже показником для того, чи наїдається дитина, є прибавка маси тіла, але от дитина нібито, здається, не наїдається. І починають багато хто пригодовувати, і поступово кількість молока в грудях зменшується, і воно щезає зовсім. Як бути в цьому, як все ж таки поступати, проблему, вирішувати цю проблему і поступати жінці, щоб і дитина була спокійна, і в неї душа не боліла. Все ясно. Ну, якщо ми говоримо о возрасті, наприклад, 3-4 місяці, то ми здесь должны учитывать так называемые состояния у женщин, называется лактационный криз. Это когда у женщин уже пытается произойти гормональная перестройка в организме и может временно происходить снижение молока в груди. Значит, наши рекомендации сводятся к тому, что мы должны рекомендовать женщине как можно чаще прикладывать ребенка к груди. То есть каждый час-два. Этот период может составлять 3-5 дней. И если мы за эти 3-5 дней будем чаще прикладывать до 10, до 12, до 15 раз в день, то и ребенок себя будет комфортно чувствовать. То есть после того, как он пососет грудь, его это будет удовлетворять на какой-то там час или там на 2 часа, то это достаточная процедура. Но если мы будем видеть, что количество молока резко снизилось, или, например, ситуация такая, что там мама отлучилась, или мама там вышла на работу, или мама, допустим, вышла на учебу, то тогда, конечно, можно, ребенок не должен оставаться голодным. И если есть такая ситуация, мы можем докормить ребенка смесью, вот, соответствующей, адаптированной, но вопрос стоит о том, как мы должны ее дать. Мы должны ее дать не из соски, а по возможности дать ее альтернативными способами. Из ложечки, из чашечки, из шприца без иголки, для того, чтобы не вызвать вот эту путаницу сосков. Угу. Саме тоді багато дітей перестають після пляшечки брати груди. Да. Ну, якщо це вже більш такі подрощені діти, вже, допустим, після 6-8 місяців, то відмічається така тенденція, що ті діти, які знаходилися на грудному вскармлюванні, вони навіть потім і відмовляються і сосати і пустишку, вони відмовляються сосати бутилочку. Вони самі вже визначаються, що їм більше подобається. Вони самі визначаються, як їм потім. В чому особливість тут, цього тижня грудного вигодовування в цьому році? На що ви зараз звертаєте увагу, саме на чому акцентується увага? В этом году неделя поддержки грудного вскармливания, как и во всем мире, проходит под девизом «Грудное вскармливание и работа. Это возможно». Вообще неделя поддержки грудного вскармливания проводится для чего? Для того, чтобы привлечь внимание общественности, кормящих матерей, к тому или иному вопросу. И вот как раз в разрезе этой темы «Грудное вскармливание и работа. Это возможно». Здесь одна цель – привлечь внимание работодателей и, опять-таки, их ориентировать на здоровую кормящую маму и на здоровье подрастающего поколения. Поэтому есть нормативные документы у нас. Это Конституция наша, 24-я статья. Есть 183-я статья ГЗОТа трудового законодательства, значит, которое защищает права кормящей женщины. И женщина, если у нее есть ребенок до полутора лет, и она, например, вышла по каким-то обстоятельствам на работу или, например, учебу, то она имеет право на каждые 3 часа работы 30 минут дополнительно к своему отдыху для еды и для отдыха, имеет еще дополнительно каждые 30 минут на каждые 3 часа. Ну, значит, если, например, эта женщина имеет не одного ребенка, а двух детей, то она на каждые 3 часа имеет дополнительно час
для того, чтобы обеспечить кормление ребенка, независимо от того, как она его кормит. Если эта женщина, например, далеко живет или ей неудобно в течение дня, да, если ей неудобно в течение дня как-то передвигаться на кормление, значит, рассматривается такой вариант: работодатель плюс профсоюзная профспилка, и или она должна позже выйти на работу, или у нее будет какой-то сокращенный рабочий день, но оплата идет за полный рабочий день. И здесь еще важно тоже со стороны работодателя создать места для того, чтобы женщина, например, могла сцедиться, кормящая женщина, и сохранить это молоко. Потому что в течение дня она должна каждые 2-3 часа стежувати молоко для того, щоб зберегти. А взагалі, як це можливо проконтролювати? Тому що зараз, в даний момент, дуже важко взагалі жінці з дітьми влаштуватися на роботу. А про те, щоб жінці вийшла на роботу жінка, яка ще й годує, ще й додатково їй давати години вільні для цього. Для этого мы проводим эту, даем эту информацию этим женщинам, у которых дети до 1,5 лет. То есть мы подчеркиваем, что у них есть права, и они имеют возможность требовать от своих работодателей какие-то моменты, чтобы они могли им как бы идти на встречу и создавать им определенные условия. Вот. Но, значит, это вот в одном аспекте мы смотрим. Для того, чтобы работодатели как прониклись этим вопросом поддержки грудного вскармливания. А с другой стороны, эта неделя проводится для того, чтобы активизировать внимание кормящих матерей и дать им еще раз, опять-таки, надежду, что если женщина по каким-то обстоятельствам, а обстоятельства сейчас бывают разные, то есть не всегда эта женщина хочет как бы уйти от этого ребенка, расслабиться. Вот и бывают материальные, социальные какие-то моменты. Женщина должна начинать работать или, например, студентка. И мы должны обязательно акцентировать внимание, что если она выходит на работу или на учебу, у нее всегда есть возможность сохранить грудное вскармливание. То есть в течение дня она должна сцеживать молоко, если у нее есть возможность, и сцеживать молоко, допустим, перед уходом. Она может создавать себе банк этого молока, вот, и продолжать кормить ребенка после того, как она приходит с работы. Вот, потому что, конечно, желательно, чтобы она до 6 месяцев однозначно находилась рядом с ребенком и кормила его исключительно грудью. А если уже после 6 месяцев ребенок получает соответствующий прикорм, то уже все-таки будут увеличиваться перерывы. То есть одно кормление еще может быть овощное, другое каша. То есть у нее уже могут быть до 6 часов перерыва. І вона може легше включитися в роботу. Якщо вже говоримо, ми поговорили з вами про законодавчий аспект цієї проблеми, а от саме для жінок, які саме роблять перериви, сцежуються, як зберегти молоко, його цінність і свіжість? Тому що як тільки воно потрапляє назовні, тут же йде загроза кишкових розладів і взагалі збереження цього молока. Ну, здесь очень, конечно, этот вопрос очень щепетильный. Значит, если мы не рекомендуем при поддержке грудного вскармливания сцеживать, то здесь по медицинским и социальным показаниям, да, действительно приходится сцеживать это молоко. Для того, чтобы сцедить молоко, женщина должна тщательно вымыть руки, естественно, иметь какую-то интимную обстановку, если это на работе происходит, какой-то отдельный кабинет или какое-то помещение. Вот, иметь стерильную посуду, вполне, она в конце концов ее может подготовить из дому. Вот, и сцедить это молоко или с помощью молокоотсоса или ручным методом, и поставить в холодильник. Значит, если мы говорим, я больше, конечно, рекомендую так вот хранить молоко, сцеженное молоко, только нельзя доцеживать молоко, допустим, в течение суток в одну и ту же посуду. Uh-huh. То есть каждая порция молока должна иметь свою посуду, и там должна быть пометка, что в какое время это молоко... Ну, как зараз дуже популярных программах, так, там мають бути стільки з датою і часом. Да, пометка о том, когда это молоко сцежено. И такое молоко при температуре в холодильнике 4 градуса может храниться в течение суток без проблем. Но есть еще разные рекомендации, что при температуре, например, 25 градусов молоко 4 часа может храниться в комнате. Например, помещение просто. Да, просто в комнате, да. Значит, при температуре 22 градуса, вот они рекомендуют, 10 часов может храниться
При температуре 15 градусов 24 часа, а при 0,4 градуса до 8 дней. Ну, угу. Здесь надо, конечно, с осторожностью подходить к этим разбегам, да, к этим разбегам, потому что, может быть, это нужен специальный холодильник, потому что если мы помещаем это молоко в обычный холодильник, в котором хранятся и молочные продукты, и овощи, и мясо, точно и так там же... Там микрофлора своя, да, все равно. То есть, если, конечно, да, то к этому надо относиться с осторожностью. В всяком случае, если женщина в течение суток хранит это молоко в холодильнике, то оно должно быть в стерильной посуде, с закупоренной крышкой, притертой и подальше, в отдалении от других продуктов. И то, что касается еще очень на сегодняшний день модно замораживания молока. То вот тоже, раз чую. Да, замораживание, да, проводится замораживание молока, когда у женщины есть определенный излишек молока, то если это в морозильной камере, в общей с холодильником, то есть в холодильнике, то рекомендуется 2 недели. Если это отдельная морозильная камера, то можно 3-4 месяца. А если это сухая заморозка, то даже до 6 месяцев хранения. И здесь важным является, как разморозить потом это молоко и как его использовать. То его извлекают, если это из морозильной камеры, то оно сначала должно охлаждаться постепенно в основной камере холодильника, а потом его уже можно вытягивать при комнатной температуре или в теплую воду можно взять. А взагалі, от я хотела запитати у вас про підігрів цього молока. Конечно, специально на подогрев его ставить нельзя, и нельзя размораживать в микроволновой печи, потому что микроволновая печь, ну, не рекомендуется, потому что полезные компоненты этого молока, естественно, исчезают и разрушаются необходимые там микроэлементы. Вот, но, понимаете, конечно, в идеале кормить ребенка грудным молоком непосредственно на каждое кормление. Но если так возникают обстоятельства, что женщина, может быть, куда-то должна или уехать, или там на какое-то длительное время, то такой вариант тоже рассматривается. І якщо ми от або розморожуємо, або беремо молоко з холодильника, до якої температури ми маємо його, ну, не підігріти, а, наприклад, яка температура в нього має бути, щоб годувати дитину? Ну, 35 градусів – це звичайна температура молока, 35-36 градусів можна до такої температури. Ну, звичайно, жінки самі можуть або спробувати це молоко, або, допустимо, ну, тільки, звісно, не з соски, і не так от, якщо вони з чашечки дають, або з ложечки, вот, то вони можуть спробувати це молоко і, опять-таки, посмотреть, яке комфортне. Тому що, якщо ми вважаємо, що температура тіла у нас 36-37 градусів, то температура молока – примерно и будет 36 градусов, 35-36 градусов. Ну, а просто в кімнаті, воно дійде до кімнатної температури, а вище? Ну, так я же говорю, можно поставить в теплую воду. А, теплую, пляшечка, да, ставится, да, в теплую, да, тогда, водичку, когда, если оно разморозилось, то оно сначала размерзается постепенно в холодильнике, потом может до конца разморозиться при комнатной температуре, а потом, если что, его можно поставить в теплую воду. Наостанок хотілося б, на які моменти ще б ви звернули увагу, на які ми ще сьогодні не наголосили під час вашої з вами розмови щодо грудного вигодовування? Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день количество, конечно, женщин, кормящих грудью, значительно увеличилось. І спасибо, конечно, і средствам масової інформації, інтернету, тому що на сьогоднішній день очень вони інтересуються цим вопросом, і іноді задають такі вопроси, на які приходиться самой відкривати книжку, іскати щось в інтернеті для того, щоб відповідати. Значить, хочеться, конечно, пожелати женщинам, щоб вони оставались приверженцами грудного вскармливания и продолжали кормить ребенка так долго, как у них это получается. Но здесь, конечно, нужно исходить из рекомендаций тоже и узких специалистов, и врачей, то есть под наблюдением находиться врача. Потому что иногда возникают многие нюансы, когда, например, могут быть и колики, и то на сегодняшний день есть различные медикаменты, есть различные там ситуации, которые можно решить
на уровне врачей. То есть не всегда только пользоваться услугами интернета и форумов, потому что некоторые вопросы лучше решить. Да, особенно, когда бачишь переписки на форумах там, да, мам, да, то да. дуже багато таких питань, які конкретно би дав відповідь лікар. Да, они дают в общем, потому что все дети абсолютно индивидуальны, и поэтому у одного и того же ребенка какая-то симптоматика, она может быть проявлением разных состояний. Поэтому вот, хочется, чтобы они чаще консультировались по вопросам поддержки грудного вскармливания. Есть у нас практически в каждом центре медицинской помощи, это в бывших поликлиниках у нас были кабинеты поддержки грудного вскармливания. Пожалуйста, к нам они могут обращаться. Областная детская больница, у нас методический организационный мониторинговый центр по вопросам программ, направленных на сохранение здоровья матери и ребенка. Пожалуйста, я в областной детской больнице работаю неонатологом, так что могут обращаться и ко мне по этим вопросам. Дякуємо вам за інформацію, надану сьогодні. З нами була Інна Москалець, консультант з грудного вигодовування. Дякую ще раз вам. Заходьте до нас, є дуже багато розповідати вам є про що. А нашим матусям та їх діткам бажаємо міцного здоров'я. Залишайтесь з нами. До побачення, до нових зустрічей.